Всем привет, друзья и гости канала. Сегодня начинаем еще одну стройку, а именно Мессершмитт БФ 109 F2, как это ни странно, в 48 масштабе, но уже от компании «Звезда». Да, вы не ошиблись. Снова Фридрих, снова второй, снова 48-й, но решил я на фоне ICM-овского, пока еще свежие воспоминания, собрать звездовский, посмотреть, как будет он собираться, ну и как он получится. Возможно, даже провести аналогию какую-то. Обзорчик есть на канале, так что можете посмотреть. Но даже визуально по самой инструкции видно, что звездовский набор немного, ну, можно так сказать, детализирование, особенно кокпит. Не знаю, насколько там будет в плане деталировки расшивки и всякой остальной мелочи, но в плане внутрянки кокпита и двигателя, мне кажется, они тут более качественно подошли к этому делу. Ну, посмотрим уже непосредственно при сборке. Зачем спешить? Начинаем, как нам и предлагает инструкция, с двигателя. Человечка я не буду собирать. После истории со Свордфишем не хочу я пилота собирать. Вот. Если кто не понял, посмотрите финал по Свордфишу. Ну и кокпит соберем в этой серии. Возможно, это все засунем уже в фюзеляж. Ну, естественно, покрасим. Вот. Ну и посмотрим, что мы успеем, то и сделаем. Но, как минимум, нужно собрать и покрасить двигатель и внутренности нашего кокпита. Он же кабинет. Итак, ухожу на отделение деталек. Не знаю, показывать это или нет. В общем, посмотрим. Если будет что-то прям мега-мега интересное, возможно, монтаж двигателя покажу. А может быть и нет. Посмотрим. В общем, буду работать такими вставками. Так что далеко не убегайте.
Итак, друзья, получились вот такие у нас заготовки для двигателя и для кокпита. Теперь это все надо покрасить, ну и, соответственно, потом это все склеить. Чем мы, собственно, и займемся. Ну и, думаю, на этом закончим серию, когда уже соединим воедино все. Но надо здесь закрыть на всякий случай некоторые следы от толкателя, особенно в сиденье вот это, потому что пилота я не буду делать. Вот. Ну и можно смело, в принципе, красить. Единственное, что я еще не буду делать, это рассверливать наши патрубки. По-хорошему их надо бы, конечно, рассверлить, но я, честно говоря, не уверен в своих силах, чтобы такие прямоугольные отверстия делать. Поэтому не буду. Дабы не испортить. Единственное, что попробую рассверлить, это пулеметы. Не факт, что они потом видны будут. И надо будет еще поискать сейчас фотографии, посмотрю насчет проводов на двигателе. То есть как и куда они идут. Ну, в любом случае встретимся уже непосредственно на процессе покраски, так что далеко не убегайте. Для вас это будет короткая пауза, для меня подольше. Ждем результатов. Итак, друзья, вот такая роспись у нас заготовок. Россыпь, точнее. Не роспись, россыпь. Предлагаю сделать остановку. Объясню для чего. Так как мелочи мне удобнее прокрашивать без камеры. Ну и в принципе тут не такие уж интересные моменты в плане тут прокраски вот этих раций, тут ничего особенного нет. Так вот, давайте остановимся и, наверное, за кадром я, соответственно, соберу движок воедино, тут запчасти еще кое-какие от него есть, его немножко подстарю, соответственно, это тоже стенки наши подстарим, вот этот наш блок, вот этот подстарим,
сидушку. Ну, в общем, все вот это вот соберем. И встретимся уже в следующей серии на монтаже все это в фюзеляж. И продолжим уже там историю с крыльями и всем остальным. Так что не забывайте следить за новостями, дабы ничего не пропустить. Если не подписаны, подписывайтесь. Ну и всем спасибо за внимание. Всем до новых встреч. Пока-пока.